Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем играть в Undertale по пути геноцида. Итак, выходим из руин. О, а вот и старый знакомый. Ты ведь не человек, так ли? Не так ли? Нет. Ты пустой внутри, как и я. По факту. Ты же Некрос, правильно? Мы неразделимы после стольких лет. Послушай, у меня есть план, чтобы стать сильным. Даже сильнее, чем ты и твоя украденная душа. Давай уничтожим все в этом мире. Всех. И все их воспоминания. Давай обратим их всех в пыль. О, это прекрасная идея. Причем обычно мы его голоса не слышим. И начинается основной геноцидный Undertale. I, Toby Fox. И вот сейчас, даже сейчас уже пойдут отличия от стандартного прохождения. Это ветка, и она кажется очень увесистой. Вы не можете ее поднять. Опа. Человек. А ты не знаешь, как приветствовать нового друга? Повернись и пожми мою руку. Старая шутка с пукалкой в руке. Это всегда забавно. А ты вообще смеяться можешь? Или вообще эмоции проявлять? Понимаете, да? Уже что-то не то с персонажем. Эй! Эй, леди! Ты знаешь, как их подбирать? Видимо, он говорит о Ториэль и типа... Где она вообще такого откопала, да, странного ребенка? Видимо, это он имел в виду. Хорошо, все нормально. У каждого свое чувство юмора. Я Санс. Скелетон Санс. Скелет Санс. И я тут слежу за людьми. Но, ты знаешь... Ну, я не собираюсь никого ловить. А мой брат Папайрус, он фанат охоты на людей. Эй, мне кажется, это вон он там идет. У меня есть идея. Пройди через эти ворота. Мой брат сделал эти ворота слишком широкими, чтобы кого-то остановить. Так вот, вот кто эти ворота сделал. Быстро, спрячься за этой лампой. Но наш герой и не собирается прятаться. Хорошо. Я полагаю, тебе и не нужно. Санс! Ты еще не нашел человека.
Да. Правда? Вау. Это сработало, да? А знаете почему? Герой не спрятался за лампой, а его все равно не принимают за человека. Просто лампа. Ты просто будешь пялиться на меня или... Окей, не буду. Пойду дальше. Ну, я буду за прямо за тобой, я тебя догоню. Мой брат реально хочет увидеть человека, поэтому, ну, знаешь... Было бы неплохо, если бы ты ему помог. Музыка. Это Сноудин, только... замедленный. 16 осталось. Да, здесь нам нужно убить 16 монстров. Тут уже игра считает. И обязательно здесь нужно... Сноу Дрейка встретить. Его обязательно нужно убить, чтобы был геноцид. Это Сноу Дрейк, тот самый, который комедиант. Ну и как бы... Понятное дело, то, что его нужно умесить. I to meet you. Шуточки от него пошли, типа... Ну, непереводимые. Ice лед, получается. Nice to meet you, ice to meet you. Тут как бы объяснять нечего. Либо вы понимаете, либо нет. Убиваем мы Сноу Дрейка. И теперь, по-моему... Не, если это случится, я расскажу. Тут я так и не понял. Вот сколько я эту игру не знаю, но я так и не понял, в чем прикол этой удочки. Если ее выудить, да, крючок достать, то там будет фото со странно выглядящим монстром. Позвони мне, тут написано. И вот мой номер. Вы решили не звонить. Че это такое? Фиг его знает. Тут нам про коробку рассказывают. Кстати, да. Может быть, лишнее что-то. Вот бандажик. Палочка. Повязка, точнее. Не бандаж. Санс? Когда человек покажется? Я хочу сделать... Сандэй. Мое воскресенье лучшим. Ну или во всяком случае... Так, Monday... Как там, Tuesday? Это вторник, по-моему. Tuesday, Wednesday... Да, это, по-моему, вторник. Или хотя бы вторник. Пусть будет неплохим. А у тебя что, только одна одежда есть? Да. Но я могу сделать себе прическу. Хорошо, хорошая мысль. Эй... А почему бы тебе не посмотреть вон туда? Санс? О мой бог! Мне аж поплохело. На что я посмотрел? Узри! О боже мой! Почему ты говоришь мне посмотреть на камень? Эй, а что это рядом с камнем? О мой бог! Я не знаю, что это. Понимаете, да? Ну, это не камень. Не камень? О нет! Это значит, что это человек. Человек. Приготовься к опасностям, всяким мувам, к пазлам и к похищению и к захвату. Я тебя поймаю. И ко всему остальному веселому стафу, да. Если ты осмелишься пройти, я поймаю тебя. Да, и ты даже глазом не моргнул и ухом не вильнул. Никакой реакции.
Ну, то есть, вот представьте, вот наш герой, да, ему говорят там, вот я тебя там поймаю. Вот такая реакция. Крипово. Телефон звонит. Да ладно. О боже, помогите. Это Альфис звонит, что ли? Я хотела заказать пиццу. Я читал об этом в Вики, но со мной такого не было. С топпингс, ну пусть будет анчоус, я не знаю, что такое топпингс, но с чем-то, да. Я просто скопировал это и тебе отослала. Ваш телефон слишком старый, чтобы... Я понял. Она, видимо, скопировала какие-то данные о заказе и мне отослала. Но мой телефон слишком старый, чтобы принимать текстовые сообщения. Что? Он читает громко, буква в букву. Какой-то арт анимешной девочки-кошки. Что она мне прислала вообще? Она должна была пиццу заказать, а не анимешные картинки мне отсылать. Что-то она перепутала. Это получается 14. 14 монстров, да? О-о-о. Мистер Дого. Кто-то двинулся? Или это мне показалось? Я вижу только движущиеся объекты. Эй! У меня почему-то мурашки. Кто здесь? Your death. О, вы слышали, как он тявкнул? Оп. О, левел повысился. 44 хп уже. Кто-то курит собачью еду. О, вот это, ребята, сейчас жесть будет. Смотрите. Привет, я Снеговик. Я не могу двигаться. А путник, а не мог бы ты... Вы взяли кусок Снеговика. О боже, что ты делаешь? Скоро от меня ничего не останется. Вы взяли кусок Снеговика. Причем можно его съесть прямо у него на глазах. Хватит, пожалуйста. Вы взяли кусок Снеговика. Это бесполезный сугроб. Ну, видимо, я поздно съел кусок Снеговика, потому что реально можно было... 45 хп. Можно было... у него на глазах съесть. Я как-то первый раз, когда проходил геноцид, он попросил меня... По-моему, просил он меня о том, чтобы я взял его части, унес там далеко-далеко, и потом съел у него на глазах. Или это было в каком-то летсплее, не помню. Ну ладно. Эй, ты такой ленивый! Ты всю ночь дрыхнул. Я думаю, это называется... спал. Оправдание, оправдание! О нет, Хьюман, человек прибыл. Чтобы тебя остановить, мой брат создал несколько пазлов. Я думаю, ты найдешь их довольно шокирующими. Но для тебя, я так понимаю... это... они не действуют на тебя, да? Похоже, что твоя культура не менее шокирующая. Но тут тоже какая-то игра слов такая. Понимаешь, там, откуда я пришел, это является хорошей традицией. Видимо, пазлы делать или что? А...
пробираться через ужасные пазлы без причины. Поэтому... отойди, пожалуйста, обратно и... Но почему к нам не пришел человек, который любит пазлы? Если бы ты подыграл моему брату, это бы его обрадовало. Со Снежком вроде бы никаких приколов нет. Так. Красная. Это снежный шарик. Но на самом деле нет. А, здесь я был, я помню. Это Дагами и Дагаресса. Угу. Ну, поехали тогда. Человек, я надеюсь, ты готов к... Санс, где пазл? Он прямо здесь, на земле. Поверь мне. Этот пазл он не пропустит. Детская игра о поиске слов. Какого черта? Я ж... Почему он не пропустил? Я же говорил, все любят слова разгадывать. О, боже мой! Я не могу работать в такой среде. Ой. И я полагаю, несмотря на все, тебе нравится играть в поиск слов. Это значит, что ты не такой уж и плохой. А, видимо, мне не стоило этот листочек трогать. Но это, я думаю, ничего не изменит. 14 лефт. Видимо, Санс все-таки верит, что я не настолько плох. Но это мы помним. Тут карта, видите? Но эта карта, она мне нужна, потому что все пазлы, они вырубаются автоматически. Настолько мы ужасны. Лессер Дог. О, почти. Слушайте, даже жалко как-то собачку-то. Ну что поделать? Здесь? Ой, да ладно. Это здесь переключатель, но он зарос, видимо, сорняками какими-то. Депрессд. И, видите, и шипы не работают. Так. Что это за запах? Если это ты пахнешь, то представься. Идентифицируй себя. Странный запах. Мне кажется... И он заставляет меня уничтожать тебя. Доги assault you. Окей. Доги. Nuzzle Champs 98. Кстати, Nuzzle Champ 98, это знаете, что такое? Это, в общем, чемпионат по носовому вот этому вот... Надо, знаете, как эти эскимосы носами трутся? У нас, я помню, еще в школе был такой прикол. Нужно было ушами тереться, короче, чтобы уши покраснели. Это игра была такая, типа... На выпускном, по-моему. Вот тут что-то похожее. Типа, веселые конкурсы. Но тут они, видите, участвовали именно не в конкурсе, а в чемпионате. То есть все серьезно. Профессиональное носовое трение. О, это я сильно миссанул, да? Я тебя топором ударю. Она одна, а топоров-то почему-то два топора-то.
Не успела, кстати, посмотреть, что у Дагареса на толстовке нарисовано. Вот, видите, не работают пазлы. Все, все нормально. Ну как нормально? Относительно героя нормально, относительно окружающих не очень. Заметьте, посмотрите на коробку, которая рядом с папайрусом стоит. Эй, это человек! Тебе понравится этот пазл? Он был сделан великим... Ты чё, серьезно? Санс, помоги! Оно проходит сквозь мои пазлы. Разве оно не должно дать мне объяснить их? Ну, видимо, ему не нравятся пазлы. Всем нравятся пазлы. Ну, тут Джейпс, это, видимо, что-то наподобие пазлов. А что насчет Андайн? Разве она не ненавидит пазлы? Она ненавидит пазлы. Но любит Джейпс. Видимо, какие-то шарады может это. Ну, это все объясняет. Человек, что ты думаешь? Пазлы или Джейпсы? Или шарады? Хорошо. Обычно в этот момент... Неважно, согласишься ты или нет. И это зависит от твоего ответа. Мы говорим что-то классное в ответ тебе и... А почему бы тебе не разгадать этот пазл самому? Что, Chicken Scratch? Машина не работает. Эй, пазлы могут быть веселыми, если ты их попробуешь. Здесь никто ничего не лепит, заметьте. Сугроб. 13 left. Да ладно, этот пазл тоже не работает. Кстати, я где-то видел... тут можно, по-моему, упасть... вот где-то вот тут вот. В секретную комнату можно было упасть. Может быть, это глюк, я не знаю. Может быть, это фанатская какая-то тема. Видите? Просто так проскочил. Эй, как дела? Скажи, ты что, за мной следуешь, что ли? О, олень. Оленя мы тоже валим. Хо-хо-хо, продолжай. И смейся надо мной. Ой, двигаться же нельзя. Да у меня жизни, ты видите, сколько? Мама, не горюй. Ничего на меня больше не клади. Видите, бедного оленя, на бедного оленя навесили всякого хлама, и ему теперь плохо. Музыка почему-то нормальной стала, кстати. Так, ну сюда мы не пойдем, это бесполезно. Санс над нами прикалывается. Да, тебе нравится упражняться. А почему музыка нормальной стала, кстати? Мне что-то это напрягает. Боюсь, как бы наш геноцид не отменился. Но такого быть не может. Ну-ка. 12 left. Не, нормально все. Мы все еще злые, как демон. Так. Ага. Тут сугробик нужно. Сугробики, сугробики. А в сугробе огромная собака-рыцарь. Кажется, маленькая, но на самом деле вот на... Это Greater Dog, великая собака. Барк-барк. Она на нас лает.
Хотя, по идее, собака должна в нас копьями кидаться, но нет. 80 экспы, нифига себе. О! Мостик. Мостик с опасным испытанием. Человек, это твое самое последнее и самое опасное испытание. Узри, перчатка ужасающего ужаса. Тут все намешано. Когда я скажу слово, оно активируется. Пушки будут стрелять, шипы будут вонзаться и лезвия будут рубить. Каждая часть будет жестоко работать. И у тебя очень маленький шанс победить. Ты готов? Потому что я прямо сейчас сделаю это. Ну? Чё ждём-то? Чё ждём? А чё мы ждём? Я прямо сейчас вот собираюсь активировать. Ну... Ловушка не смахивает на активированную. Но... Оно все равно пройдет мимо. И это не будет весело. Но я имею в виду... Я... Взволнован тем, что могу поймать это. И поэтому... И тогда я стану великим... королевским защитником. Но все то время, которое я вложил в эти пазлы... Throwing a birthday party? Такое впечатление, что я просто забил на день рождения. Ну, в общем, я так понимаю, это пустая трата времени для него. Без ловушки огня? Точно. Это бесполезно. Вот, правильно я говорю. Может быть, ты был прав насчет того, что создавать пазлы — это фигня, и лучше лениться. Я? Я был прав насчет чего-то в принципе? Серьезно? Ну, обычно же не соглашается, Сансон. Да, о чем-то я говорю. Ты, конечно же, не прав. Просто у меня зрители не те. Подумай, как было бы весело, если бы тут была Undyne. Жестокость, огни. Прямо вот, как ей нравится. Прямо в ее духе. Поэтому я этот пазл на тебя не буду расходовать. Я должен признать, что у меня уже есть друг. Фу. Хороший жизненный урок. Похоже, что нам не нужна твоя помощь, чтобы веселиться и хорошо проводить время. Да? Скажи, я тут думал. Похоже, что скоро ты сразишься с моим братом. И вот один дружеский совет. Если ты продолжишь путешествовать в том же духе, ты плохо проведешь время. Ну да. Есть такое. Привет, путник, как я могу тебе помочь? Что, продавать что-то? Я что, похожа на покупателя? Пока ничего не надо мне. Скоро ты мне сама все отдашь. Так, давайте положим в коробку снеговика и пирожок. А, тут пока еще кто-то есть, да? С этими ребятами мы уже разговаривали.
тут никого нет. И никто нам не звонит. То есть неправильно набранного номера не будет. Стало быть, друзья, настало время искать монстров. Угадайте, кого я встретил. Это шлепоголовый Джерри. Вот реально ему душа ни к чему. Единственный монстр, которого не жалко. И Сноу Дрейк, брат того Сноу Дрейка. Только этот в очках, видимо, он старше. Он будет мне мстить за убийство. Чил Дрейк, точнее. Что, он музыку включил в любом случае? Он что, под музыку со мной дерется? Типа крутой, что ли? Воу, да, он чуть-чуть помощнее своего, да, брата? Чил Дрейк удивляется, откуда снег идет? В смысле, откуда он идет? Чуваки, тут холодно. Тут вообще кого-то это волнует. Джерри. Причем Джерри, он мало того, что бесячий, да, как бы, ну, он всех раздражает. Он еще и как танк, реально. Вот я сейчас по нему ударю, увидите. Джерри ест еду такую, ну, сдобную, типа, с мукой. И облизывает свои пальцы очень громко. Он чавкает, он вообще неприлично себя ведет, короче. Он бесячий. Вот, видите, 8-8. Я не могу убить его даже нормально. А что ты вообще делаешь? Ой, как неудобно. Мне кажется... А, Wi-Fi здесь отстой. Мне кажется, или когда я его бью, он улыбается. Да, по-моему, как будто улыбается. Как они меня покинули? Может быть... Эй, может быть, друзья или чё? Может быть, подружитесь со мной? И он, в общем, одно и то же говорит. Wi-Fi тут фигня. И типа, чё ты делаешь... Типа, я его бью, он такой, и что ты делаешь? Да, неудобно. Еще как неудобно. Это сразу троих я поймал. О, левел ап. Ищем дальше. Ну что же, кажется, это последний. Последний Джерри. И почему именно Джерри последний? Да. Слышите, да? Даже в Сноудене музыка стала страшной. Но никто не пришел. Нету продавца-то, нет продавца. Знаете, что мы можем сделать? Самое ужасное, мы можем украсть 758 голды. Я их, видимо, гилами назвал. Но это просто из финалки привычка. Прямо из кассы. Но никто не пришел. Нечего украсть. Мы можем взять вещи. А, так, это что? Синнамон бан. Булочка. Мужицкая бандана и жесткая перчатка. Давайте-ка... Тазглав. Инфо. 5 атаки. Надеваем. А то и найф сколько? 3. То есть мы теперь будем больнее бить. Мэнли бандана. Семь. Защиты надеваем. Остается у нас... Ну да, все правильно. И в коробочку складываем. Это нам не нужно, это нам не нужно. Никого в городе нет. Все попрятались, все убежали. Вообще никого. Один только монстр кит, потому что он очень наивный, и он... Йоу, все убежали и куда-то попрятались. Чувак, взрослые бывают иногда такими глупыми. Ха-ха. Разве они не знают, что Андайн придет и нас защитит? А, то есть тут никого нет, да? Даже здесь никого нет. Вы не можете пройти через пожарный выход, потому что вы не сделаны из огня. Ну, типа, fire exit. Exit, fire exit, типа, пожарный выход. Вы не fire, вы из огня не сделаны, вы не можете пройти. Да. Но тут музыка нормально играет, кстати.
А это, даже этот волчара тут не работает. Помните, который кидал эти кубики-то? Так, нам точно никто не позвонит здесь? Нет. Нет ответа. А раньше, я помню, там какой-то чувак или чувиха, я не знаю, кто-то там сидел, какой-то монстр, и наслаждался стуком. То есть, теперь, видите, тут закрыто. А дом, интересно, закрыт? Закрыт их дом. Ну что, пришло время, друзья. Еще одно расстройство для многих. Ой, я из звука, что ли, не вышел? Не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Стой, человек! Эй, хватит двигаться, когда я с тобой разговариваю. Музыку, заметьте. Я великий Папайрус. У меня есть к тебе пару слов. Во-первых, ты странный какой-то урод. Тебе не только не нравятся пазлы, но и то, как ты путешествуешь с места на место, и то, что твои руки постоянно покрыты пылью. Монстры после смерти превращаются в пыль. Это такое ощущение, что твоя жизнь скатывается по наклонной, ты идешь по скользкому пути. Но я, Папайрус, вижу в тебе потенциал. Все могут стать хорошими, если попытаются. И я буду пытаться тебя исправить. Не-е-е. Эй, хватит двигаться. Вот это, об этом-то я и говорю. Человек, я думаю, тебе нужно наставление. Кто-то должен тебя наставить на путь истинный. Но не волнуйся, я, Папайрус, буду твоим другом и учителем. Я тебя... сделаю тебя хорошим и наставлю на путь. Как я уже говорил, истинный. Я вижу, ты приближаешься. Ты хочешь обнять меня и мирно разойтись? Вау! Кажется, мои уроки работают. Я, Папайрус, приветствую тебя с распростертыми объятиями. Папайрус вас щадит. А мы, к сожалению, нет. Ну, это не то, что я ожидал. Но все еще я в тебя верю. Ты можешь стать немного лучше, даже если ты так не думаешь. Я обещаю. Судя по всему, персонаж просто добил его. И все, друзья, на этом мы заканчиваем нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И удачи вам!